Всем привет! Вы на канале Оли-сан. Вот и закончились новогодние праздники. У нас была возможность провести эти праздники в кругу друзей, с вкусняшками, с елкой, с подарками, со всеми-всеми-всеми возможными развлечениями. Но, к сожалению, в этом году не у всех людей, а тем более детей, есть такая же возможность. У нас появилась одна небольшая идея, которую мы бы очень хотели воплотить в реальность. А именно, сделать небольшой благотворительный взнос для маленьких деток, для маленьких украинцев. В Украине есть маленькие дети, есть маленькие украинцы, которые на сегодняшний день остались без дома, без родителей, без семейного тепла и очага. Мы хотим сделать небольшой подарок для вот этих вот маленьких украинцев. А именно, мы связались с координатором Простір Турботи и договорились о том, что этим украинцам подарят на Рождество наборы для рисования, теплые вещи, игрушки. Дуже велике дякую вам. Для дітей то буде дуже приємно. Дуже зараз вони потребують уваги. Итак, мы сейчас делаем перевод денежных средств на благотворительную организацию Простір Турботи. Как вы видите, на экране изображена сумма 274, это доллары, в заведение Простір Турботи. Отримувач отримає вже сумму не 274 доллары, а 10 тысяч гривень. Все купила. Діду додому все зафоткаю. Кидаю тобі те, що взяли. Так, я купила солодощі, ось такі мармеладки. Я думаю, діти їх люблять. Такий класний великий подарунок. Він теж на пів кіло. От, різдвяний вечір. І взяла так, стільки пюрешок. Я, це я просто передам їй, і вона буде там на просторі їм давати. І взяла таких три коробочки печива. От, різного, аби дітки сьогодні посиділи після свята і попили чай. Молодець! У тех, у кого есть возможность поддержать Украину, украинцев, тех, кто поменьше или постарше, присоединяйтесь. Есть очень много благотворительных организаций, которые с удовольствием примут подарки от вас, потому что Украина в этом нуждается. И люди будут благодарны вашему поступку. Делаем добрые дела вместе. Все будет добре, все будет Украина.